Хей, йога, с вами Шмаки, мы продолжаем проводить игру под названием Steam World Dig 2. По идее, это будет у нас последняя серия, если мы найдем все артефакты. А нам осталось найти всего лишь 4. Так, получается, один артефакт где-то здесь находится, только где? Вот это вот довольно сложный момент. Поэтому давайте я немного вернусь сюда. И зайду через этот проход. Мы тогда проходили через верхний, теперь зайдем через этот. Стой, тут и в археях еще что-то есть. Ёбаные сра. А там будет очень далеко куда-то идти. Нам нужно к каждой стенке будет прикасаться. Новый уровень, бонус. Плюс бонус. Хотя так и подумал, нахер оно надо, а погнали дальше. Зачем я удалил? Ёбаный рот, ладно. Ах ты ж, ё-моё. Мне наверх нужно. Там проход или что-то типа того есть. Ну, здесь там, справа. 81%. О, да. У меня же здесь кирки не было. Теперь она у меня есть. Выше что есть? Выше ничего нету, но зато мы можем здесь пробежать. Колыбель демона. Окей, я понял. Поехали. Тихо. И что? И что мне это дало? А, поджечь. Точно. Где же эта херь с поджиганием? А знаете что? А мы с вами все равно сейчас вернемся туда. А, ну ладно, не таким способом. Ой, немного не туда заплыл. Немножко не туда заплыл. Давайте теперь отсюда вниз быстренько спустимся. Ауч. Ауч. Чауч. Где мне искать это? Я понимаю, что где-то в стенках. Ну а где? Где-то в стенках, но где я в стенках? Не здесь. Мы сейчас все смотрели. Пу-пу-пу-пу-пум.
А, я сюда еще не ходил. Во, последнее. Готово. Так, а теперь телепорт. Телепорт туда. Так, это он? Я не помню уже. А где вообще то место было? Вот он. Это оно. This or no. Это но, это но, это но. Easy. 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 Wow. Бац. 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 3 шестерни сразу. Что даете? Плавать в лаве? Или еще что-то того? Дальнобойная по кошкам. О. Ни хрена себе. Типа она всю карту? Их все. Нихрена себе. Нахрена себе. Дальнобойная кошка. Кошка летит дальше и цепляется лучше. Снять можно в мастерскую выше. Так, выше только потолок. Так, мне получается нужно здесь еще 3 чертежа открыть. Здесь 1 чертеж. Типа одно улучшение. И, в принципе, все. Получается, 3 чертежа... Хорошо, 1 чертеж нам дадут за сбор всех этих. Потом следующий чертеж пускай будет за артефакты. А последний? Последний, скажи, просто так. Все равно, видите, процент. То есть, я не полностью нашел. Где? Где остальное все? Там я уже был. Не понимаю. Не врубаюсь. Ладно, короче, юзаю браузер. Все. Короче, узнал я, где что находится. Давайте тогда отправляться. Давайте тогда отправляться. Первое, в принципе, здесь находится рядышком. Просто мы дальше там не копали. А там, помните, где мой раскоп? Опа, тихо. Так. Признаться, чутка волнуюсь за землетрясений. В последнее время они сильно стали, но не бойся, я спасаю и дом. Если никто не защищает шахтеров, они могут в беду попасть. Короче, нам вот сюда. Вот, тихо. Ну, типа, это светится просто камень секретный. А нет. Полноценно секретное это. Удобрение добавлено в коллекцию. Сейчас, давайте. Дойду. Поднимемся. Так, следующий у нас находится, получается, здесь. Нет, здесь, а вон, видите, там, где вода, типа. Правее. Следующий, вот. Ай. Термонокс, добавлен в коллекцию. Так, следующее.
находится здесь же, но немного ниже. Вот, получается, где-то здесь. Да, вон, видите, с правой стороны, там, где вода. А наверх есть проход. Сюда. Вау. Чё сразу с врагов начинать? Почему сразу начинать с врагов день? Подожди, я пролетел этот момент. Вот. Руководство. Руководство. Кошка у нас теперь цепляется, по идее, до самого конца. Так, это... Та-та-та-та. Сколько у нас уже? 42. И получается, остается один. Вспомнить, конечно, где же он. Так, подождите, удобрение мы взяли. Два в лаве я нашел. Где-то здесь, да? Подождите, какие у меня вообще сейчас с собой есть? Артефакты. Термон Вокс. Будущее электрической музыки. Водитель руками над инструментами и извлекайте упоительные звуки. Похоже на голос человека, упокоившегося в колодец. Похоже, никто и его не трогал уже много лет. А за оперную звезду вам не сойти. Руководство к сборке продукции Инкре. Этот самособирающий аппарат был незаменим для улучшения шахтерского оборудования. Его назвали... Название звучит не так, как бессмыслица. Не то, как проклятие из-за сурового совершенства королевства. Есть идеи, есть инкерия. Удобрение. Кто бы не установил эту великолепную кучу... Так, обед у него был явно обильный. Чувствуются ноты приятных трав. Должно быть... Раванских. Так, входит и выходит. Замечательно выходит. Входит и выходит, это, можно сказать, цитата из Винни-Пуха, еще самый старый мультфильм. Или нет? Так, и в принципе, что мне еще не найдено? Ля-ля-ля, ля-ля-ля. А, я не помню. Так, и последнее, если верить... Это как раз там, где, помните, я сказал, пещера незачищенная. Нам, походу, нужно туда как-то попасть и спуститься вниз. Ой, тихо, не вниз. Ну, я имею в виду вниз данной шахты. Вот, типа, какого хера вода спускается? Вот, последняя вещь. Типа, ну лава, как вы видите, она... Не знаю почему. Ну пойди, все. А печать огня. Начертание на древней табличке изображает основателей такого культа, как огнепоклонников. Зажигательная кампания. Нет храма, нет дома. Курик. Так, а теперь можно выбираться, короче. Ай, портал не активен. Портал, да. Теперь мы с вами отправляемся к мужику. Давайте сразу все дело это продадим. Если можно, куплю. Улучшение последнее. Да. Зум. Мьелнера. Этот инструмент улучшен до максимального... Так, космос. И хаос зовут Мьелнер. Мьелнер.
Так, улучшенный пневматический цилиндр повышает максимальную скорость работы, расходует больше воды. Можно открыть за 3. Выше, дальше, быстрее. Нет, давайте я лучше за 3 куплю что-то другое. Так, тихо. Отбойный моток после включения работы дольше. У нас еще здесь 3 неизученных. Что заполнить сферу? Так же, та-та-там, не то. Испаритель, не то. Давайте, наверное, защиту, да, вкачаем. Давай. Больше бафов, больше улучшений. Ты основно у тебя знак благодарности, чертеж. Ты словно поработал, думаю, ты нашла все артефакты, все. Как удачно, у меня как раз кончились чертежи. Знаешь, это последнее землетрясение создало множество проблем. Может, профессор Шерман прав, возможно, нам всем придется покинуть эту планету? Мы делаем все, что этого избежать. Создание звездной карты может оказаться интереснейшей задачей. Подумай об этом. Так, и что ты мне дал? Ах, это ты хочешь? Да, понятно. Так, фигуры райские и адские. Вершина... Так, единская в пустыне, нелегко путь сердца. Песков опасно, твоя судьба на небесах отныне. Закрыта вместе страшным и прекрасным. Там, судьба идет за мной. Так, судьба идет со мной, это походу мне нужно теперь идти к той двери, которую мы с вами открыли, если вы поняли, о чем я. Так, мне нужно вниз. Сейчас быстро прилетим. Это у нас последняя, ребят, серия все-таки. Осталось долететь до туда. Да, она открылась. Читать. Без реактивного двигателя. Да ладно. Ай. Это сложно. Да ёлки-палки. А, ёлки, меня они просто бьют сами по себе. Да, вот это без реактивного ранца. Пиздец сложно. Знаете, можно подождать, пока... Ясно. Короче, нужно было ехать просто. Чем я теперь мучаюсь? Ой, я дошел, неужели? Да уж. Так. Готово. Ну, типа, можно просто ждать, пока эффект лавы, типа, уберется. Да и все. Ау. Ау. Я не хочу умирать. Всё? Без реактивного двигателя, без кошки. Я умираю.
Как бы. Без реактивной кошки. А это возможно? Я не вижу возможности без кошки туда попасть. Камон. О, я понял. Ничего себе, вот это я не знал. Там просто лава, да, тупо лава. Нормально, что у меня одно хп? Я думаю, нет. Вчера тут нормального нет. Ёлки-палки. Пипец. Типа огонь это показывает, когда нужно прыгать. Он не допрыгивает. Да ему ноть, слышишь, это сложно. Это очень сложно. Плюс у меня хп нету. Я не хочу дотрагиваться. Пипец, а как я тогда отскочил? Я не врубаюсь. Я не врубаюсь. Я не врубаюсь. Ой, мне знаете, что легче сделать? Вот. Вот. Вот сюда. Теперь возвращаемся. Без реактивного двигателя, хорошо. Все. Буду здесь стоять. Надеюсь, я не подохну. Ау. Ау. Вот это безопаснее на самом деле, чем... Хотя там же еще... Этот есть. Ладненько. Опа. Опа. Вот это можно просто пробежать дело. О,
Эй, точно, тут же без кошки. Ну, то есть без реактивного ранца. Так это сложно. Что? Не понял. Окей. Это слушайте, не, я думал, типа там все по порядку идет, но ни хера подобного. Это дерьмо происходит. Пиздец. О, фух, мне шета точно, выживальщик. Я про него уже и забыл. Пожалуйста, скажите, что-то все, прошу. Сохранено. Ну, это на смекалку, в принципе. Ой, фу, бля. Тортик, все? Че? Ясно. Ха. Это прикольно, слушайте. Hide the cake. Я понимаю, что мне нужно теперь хп. Тихо, там что было? Только реактивный двигатель. Так я уже прошел.
Тихо. Как же это все сложно. Если было бы у меня много хп, я бы просто... пушил. Ай-яй-яй. У меня броня есть, спасла. Ты же, бля... Поехали. Пипец. Ну, это по испытанию. Самое тупое испытание. Хорошо. Хорошо. Самое обидное, знаете, что будет? Если окажется, что у меня этот не... ХП не восстановили. Нет, сложно. Это сложно. Не, у меня выжимаемость есть. Все-таки. Ладно, давай. Отфутболю тебя! Нужно, знаете, что будет? Способность там же есть какая-то. Что... За что им там отвечать, я уже не помню. А ну блять! А, короче, я сдох. Короче, выбрасываем камни и получаем за счет этого эти ХП. Это сложно. Это, вот эта вот херня, это сложно, реле. А, нужно было подождать лучше. Я себе, да, хуже только сделал. А, здесь... пронесло. Вот это я не понимаю сложность, типа они падают, но я могу просто пробежать без реактивного двигателя и кошки. Вот это вот я вообще не врубился. Типа, от, в зависимости от скорости. Но я, типа, не понимаю... Как мне так разгоняться? И от стенки прыгать? Или мне нужно, типа, ждать вот этого момента, когда я начинаю скользить по ней? Или может во время, когда я в огне?
Ну, двойного прыжка у меня нету. Не врубаюсь я. Как я тогда сделал это? А, я просто разуну взять не могу. Вот это самое сложное. Ладно, давайте, короче, думаю, на этом закончим. А то у меня места скоро там не будет. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Все равно вы увидите продолжение сразу же после этих слов, потому что я просто их соединю или просто разделю на несколько частей. Поэтому всем пока.